Ребята, всем привет, с вами Александр, и у нас атака горгазухов, ну горгазавр и горгазух, ну да, у них корень одинаковый, получилась атака горгазух. У нас 30-й горгазух, крепкий парень, довольно шустрый, но что особенного у него, есть усиление, и вот это вот больше всего мне не нравится, это очищающее воздействие, если бы его не было, было бы вообще все просто. Ну и сам, конечно, горгазавр, он, в принципе, ничем особенным не выделяется, тоже есть усиление на 3 хода. Для этого я беру уже своего немножко прокачанного тирана лафозавра, он сможет занерфить, если это будет горгазух, тогда вообще отлично. Возьму ютаринекса. Хотя, блин, ну, может этого взять. Просто у него есть опережающий. Ну, хотя задержка 1, давайте его возьмем. Он все-таки пожирнее, да? 4000, да, побольше жизни. Ну, вот так. Чё, я своего анкитрозаврика не взял. Блин, промахнулся где-то я. А, ну-ка. Ну, в принципе, ладно. Так, этот парень будет ходить вторым. Просто хочется его взять. Ну, его давайте в качестве мяса пустим. Он, скорее всего, сейчас пойдет на фарш. Хотя нет, вот смотрите, кто пошел. Он горгазух. А это значит, что мы быстрее, и мы его можем понерфить. Блин, ну, всего лишь 1000, конечно. А теперь сколько нам прилетит? А нам с критом прилетело. Да. Несмотря на его снижение, что-то как-то у него крит, конечно, сделал нам очень больно. Так, ну тут нужно уклоняться. Потому что сейчас будет удар очень болезненный, если попадет. Так, ну этого мы пробили. Так, звук какой-то. Звука нету, да? Нет музычки какой-то. Как-то странно, ну ладно. Так, ну и вот горгазух попался. Ну, нормалек, половинку сняли. Он усилился. Так, ну все, он покойник, в принципе. Давайте я специально его не добью. Я это специально, ребятки, сделал. Я просто хочу еще посражаться с ним. Ну ладно, не получилось особо посражаться, он умер. Так, ну и сейчас должна быть такая довольно жирненькая награда. Эпическая башня. Кентрозавр и кулазух. Подвернулась, ребятки, и вот и такая башенька, где наши противники, существа с гигантским, просто невообразимым уроном, типа вот Тюрекса, Горгозавра и... Это у нас кто? Ирритатор, да. Ирритатор, то есть два из них, Горгозавр и Ирритатор, имеют усиление, нам предлагают брать быстрых существ, которые умеют нерфить ихние, короче, удары. Я взял, напаковал здесь рапторов, в смысле, я взял рапторов, возьму обыкновенный, давно не сражались. Ирритатора возьму. Ютазин Раптора возьму, еще, в принципе, Магниперитор тоже умеет обнулять. В общем-то, да и вот этих, и, конечно же, мой любимчик тоже Тираннолафозавр. Ну, конечно, не такой, как Трикозавр, но тем не менее. Так, кем пойдем? Давайте вот так вот сходим. Начнем с Тираннолафозавра, наверное, он будет пошустрее все-таки вот этих наших ребят. Посмотрим. Поэкспериментируем. Так, что у нас тут? Ну да, и он может нерфить. Это насколько нам? На 2 хода. Давайте, в принципе, Тирекса обычно можно и так пробивать. Ну да, он нам побольше снял.
Но придется бить сильным ударом. Да, не пройдет он дальше. Ну и Гаргозаврика. Ну сейчас мы его понерфим, но... Это, конечно, не Трикозавр, он не минус 90%. Так, ну Иритатор. Он быстрее. Ну, вот так давай. Он сейчас себя усилит. А, нет, черт, пробил сразу. Ну ладно. Так, ну давай вот так. Обычный раптор, да? Это был первый ход. А почему? А, это же обычный раптор, ё-моё, там тут на один ход. Так, на следующий ход на себя он пробьет сейчас, да? Да, пробивает как-то. Обычный раптор вообще не заходит. Блин, что я сделал? Надо же было себя усилить. Поспешил. Поспешил, ребяточки. Давайте так. Вот это кританул, так кританул. Кстати, это если бы он меня кританул, то мог бы и пробить. У нас хоть какая-никакая была броня. Ну, пробиваем, да и все. Паралич не пригодился. Так, ну обычный раптор вообще не заходит. Слабый какой-то он. Он просто с одного удара ложится, у него жизни мало совсем. Так, а следующие у нас противники будут еще помощнее. Так, битва номер два. Так, Рекс бронебойный, Алыч бронебойный и иммунитетный Секодонт. Секодонт, я тут взял вот такую вот тварь. Чисто по фану можно его взять. Так, ну кого? Ютазинчика мы брали. Вот так давайте. Сходим. Так, у нас тут вообще возможность проиграть есть или нет? Давайте вот с него начнем. Главное, чтобы не Секодонт нам попался. Правильно, Аллозавр. Аллозавр — это то, что нам нужно. Так, ну следующий удар у него будет обыкновенный. В принципе, меняемся. Получаем обычный удар. Такой обычный удар, что... Блин, два косаря кровотечения. Это весело. Секодонт, ой, как-то, да, неудачно. Ой-ой-ой, сейчас будет больно. Да, сейчас кританет и все. Да. Неприкольно получилось. Трики-трики давай. Ах ты ж, ё-моё, это же и сквозь броню. Два косаря. И понерфить я его никак не могу. Но следующий удар у него не будет таким сильным. Обычно, но должны пережить. На тоненького. Но пережили. Так, два в нашу пользу. И сейчас мы еще и кританем конкретно так. Но я не выдержу никакой удар, потому надо бить вот так. Без крита. И мы сейчас подменяемся на шустрика нашего. Он очень шустрый парень. У него 129, по-моему, скорость. Да, ё-моё, подожди, чё? Не могу на себе вызвать эту штуку, ладно. Пробиваем. Кстати, его вот часто используют там на вот на арене моей.
руины на руинах. Он неплохой, то есть его можно качать и на высокий уровень. Потому что он ему реально по барабану, в принципе. Какого уровня ему по барабану? Он, то есть, вышел, он очень быстро, он быстрее практически всех. Вот на уже там у кого там за 3000 очков. 129, да, скорость. В общем-то, и у него удар, то есть, хоть он будет первого уровня, его удар все равно забирает 33% жизни у противника. И он, в принципе, умирает. Если не подменяется, то он в любом случае умрет за 3 хода. Так, ну что, кого теперь возьмем? Вот так, что ли, пойдем? Давайте так. Ну, вот эти вот, короче, с кровотечением, вот эти вот спинозавриды мне нравятся. Ну, гибриды спинозавридов. Выглядят зачетно. Ах ты ж, ё-мо, я вообще-то как-то не рассчитывал на то, что он вообще урона не нанесет. Ну, по крайней мере, этого, надеюсь, пробьет с критом. Должен. Вот тебе на, и выжил. Обидно. Чуточку не хватило. Так, ну он потратил свои самые сильные удары. Давайте магнипиритора. Кусь, и нету. Косарик, сила удара. Блин, мне жабу напоминает магнипиритор, вот эти лапы. Не повезло, мы выжили. Ну тут-то как бы нету смысла атаковать снимающим усиление ударом, потому что он и так умрет. А вот это вот парнишку можно и проатаковать. Так, давайте возьмем ту аромалуха. Полторушечка, а как вам травоядный шандарах. Ну и все, и смертный приговор подписал себе. Готовность сокрушать, готовность разрушать. Чао, бомбино. Ну и ретатор вообще какой-то не, вообще беспонтовый. И открываем наш супер набор. 13 тысяч, это всегда приятно. И у нас уже почти полмиллиона. Потому что я потратил недавно сотку почти. Нормалек насыпают, ребятки. Давайте еще откроем напоследок вот эту вот штуку. Тоже крутой инкубатор. Эпический. Тоже будет 13 тысяч монет. А, 1300 всего лишь. Жаль. Зухамим, да, Зухататор, Тупандактилус, Раджик и Стиги. А на этом все. Всем пока.